смысл выходить замуж, если женщине все равно приходится работать ради денег? Получается, что муж у вас как бы есть, но как бы его в то же время и нет. Нормальный, полноценный мужчина никогда не позволит своей женщине работать и тем более вкладывать свои деньги в общий семейный бюджет. Если мужчина действительно любит свою женщину, он должен переписать на нее все имущество и весь имеющийся бизнес, чтобы женщина чувствовала себя расслабленной, спокойной и могла нормально делать домашние дела. Мужчины, запомните, ваша женщина должна знать и чувствовать, что при любом раскладе она не останется ни с чем. Хуй тебе в этот, в карманчик, понятно? Слушайте, у меня одного мысли, что вот эта вот штука в носу у нее, вот это кольцо, могла проржаветь, и коррозия просто в мозг пошла. И оттуда у него мысли такие вот пошли интересные, а? Не думайте так, нет?